Две коммунальные аварии сегодня вновь устраняют в краевой столице. Вода разлилась по дорогам, движение транспорта на некоторое время перекрыли. Авария в центре города, буквально в 200 метрах от правительства края, случилась из-за повреждения водопровода еще накануне вечером. Этот участок дороги перекрыли. На 11 часов местного времени коммунальщики продолжали устранять порыв. А рано утром давление не выдержала труба на участке улиц Щеглецова, первая западная на потоке. Затопленными оказались несколько улиц, здесь дежурят сотрудники ГИБДД, автобусы вынуждены ехать в объезд. На утро сегодняшнего дня без холодной воды на потоке остаются 6 многоэтажных домов, без горячей – 8. Горячей воды нет и в одном детском садике, правда, его работу не отменили, коллектив использует обогреватели. Кстати, сегодня утром начнут менять участок теплотрассы в другом городе края – Камни-на-Оби. Там порыв случился 5 дней назад. Все это время тепло в квартире нескольких многоэтажек подается, но батареи прогреваются максимум до 16 градусов.